Каспийске уже третий день проходит 23-я российская выставка племенных овец и коз. Сегодня посетить масштабное мероприятие изъявили желание представители администрации Каспийска. Напомним, что всего в мероприятии принимают участие около 80 фермерских хозяйств из 25 регионов России и Белоруссии. Фермеры, в свою очередь, продемонстрировали для жителей региона и приезжих гостей работу передовой сельскохозяйственной техники и ознакомились со всеми видами мелкого рогатого скота. Ну, идельбайская порода овец, она считается самой выживаемой среди всех пород, которые есть. Ей хватает вот такого вот кусочка травы, чтобы, ну, наесться там все. Она очень сильно выживаемая и привыкшая к погодным условиям, не капризная. Вот, поэтому мы развиваем ее и хотим, чтобы она всегда ценилась, эта порода. Она является какой-то редкой, получается? Она не редко считается. Ее много кто держит, но вот мало кто держит чистокровных идельбаев. Кроме того, выставку посетили представители различных учреждений, организаций и ведомств, а также воспитанники школ города и студенты образовательных учреждений Каспийска. Они высоко оценивали качество подготовки мероприятия, насладились программой и посетили тематические площадки и продуктовую ярмарку. Отметим, что по результатам мероприятия Минсельхозпрод Республики Дагестан планирует заключить ряд соглашений с несколькими регионами страны. Выставка продлится до 19 мая включительно.